и мы говорим на русском. А славянский язык сегодня необходим нашей Святой Церкви. Славянский язык объединил славянские народы. И сегодня не только в нашей великой державе происходит это торжество, и также по служению в храмах, где мы прославляем этих святоугодников Божьих. Они перевели богослужебные книги на славянский язык с греческого. Они издали сборник, где указаны правила церковной церкви и законы государства. Ибо в дальнейшем это помогло нашим людям жить и творить, объединив церковь и государство. Сегодня я всем вам желаю, что по молитвам великоугодников Божьих Господь даровал нам единство, чтобы были едины наши и правители, и народ, и образование. Когда мы едины, мы сильны, и у нас всегда будет победа. Я желаю также, чтобы мы помнили о том, что сделали для нас святые угодники Божии. Они принесли на нашу землю духовность, и чтобы нам не растерять это делание угодников Божьих, мы должны быть продолжителями. Мы также должны воспитать такого человека, который бы любил свою отчизну, своих людей, своих ближних. А кто ближний нас? Это с кем мы живем, с кем работаем, общаемся. И, конечно, я сегодня желаю всем здесь присутствующих доброго здоровья, духовной радости, благодействия. Христос воскресе! Воистину воскресе! Спасибо, Господи!